Дорогие земляки, позвольте в эти предпраздничные дни поздравить вас с самым волшебным, самым сказочным и самым ожидаемым праздником и для любого взрослого, и для каждого ребенка, для каждого из нас. Скоро куранты отмерят бой часов, и для каждого из нас начнется новый период. Период мечты, период сказки, период новых надежд и новых, наверное, испытаний для кого-то. Пусть в каждой семье будет мир, добро, пускай царит взаимопонимание. Пусть ваши дети приносят вам только добрые и счастливые моменты. Пусть болезни обходят стороной каждую семью. И отдельно хочется сказать о том, что 18-й год – это решающий год, наверное, для каждого из нас, для каждого гражданина Российской Федерации. В марте мы с вами сделаем большой выбор, выбор будущего нашей страны. И сегодня мне хочется пожелать всем вам, чтобы вы не оставили это событие незамеченным, а действительно выбрали для себя то будущее, в котором нам жить и жить нашим детям. Еще раз с праздником, счастья, здоровья, благополучия, мира и любви всем!